Арқаның кербе солу көкше тауай дамылсыз солу бетін жуғана жауын. Жан жақтан ертелігеш бұлттар келіп жүрді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. 80 гүл көкше таудың саясындай, әр қайса алтын кесе аясында. Авасы дертке дауа жұпар исі көкірік, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың. Ай ла ли ла и ли ла ли ла и ли ла ла и Ай ли 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 ла и ли ла ли ла и ли ла ла и Арғалған көкше бойлап қарағаяу, қасында көкжиелікті әппәқайын. Жібектей желмен жарпып төңірек тау балқытып, масқылады исім айын, исім айын. Өкпімбік құзбасыннан мұнар кетпес, басына уатсаң дағау оғын жетпес. Бір жұтсаң көкше таудың жұпарынан өлгіншей, көкірегіңден қонар кетпес, қонар кетпес. Как звучные и прекрасные о нашем любимом городе слова Сакена Сейфуллина. О любви к Кокшетау, людях, живущих в чудесном городе, писали многие поэты, историки, краеведы. Здравствуйте, я Аульбекова Айым, студентка третьего курса, специальности «Начальное образование» Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты города Кокшетау. Мы расскажем о самоотверженных тружениках, кокшетауцах, людях разных профессий. Кажыбай Тулеген – журналист, поэт, прозаик, драматург, заслуженный работник культуры Казахской ССР, почетный гражданин города Кокшетау, кавалер ордена Хурмет, член правления Союза писателей Республики Казахстан, лауреат премии имени Ахмета Байтурсунова Союза журналистов Казахстана. Тулеген Сыздыкович – автор более 30 поэтических сборников и прозаических книг. Қазақ халқы ежелден, ерке желдей еркіндік, еншілеген ер халық, тақым талып көп жортқан, еңкеу-еңкеу жер шалап, ел қаласы атқағон, қала көрмей жан бағап. Халқың сенін бауырмал, достармен ғана жерімде, береке, бақыт құраймын, туыстық туын берік тұт, ол бар деме құлаймын, бәрі де дұрыс бірақта, әй балам, сенен ең алды, тегіңді түптеп сұраймын. Oh!
шетінде өтер ғұмыр өкінмейлі өкінді, қайран ана мүрдесінді өксейді, қызыл құрай, қызыл желдің өтінді, қызыл құрай, қызыл желге сыңсейді, бұл тірлікті кім тәрік қып кім сүйді, тәрки дүние базарынан көшкінші, күймей-сүймей, жүрек тұлай тұншиды, тұршымайды, талпынар ау талпынар, талпынар да жүрек шарша балқынар, алтын ғанда қолтығынан демел боп, жан табылса, жарар едір қалсырар, уақыт озар, мүрдет озар шаңбасып, жылдар жылжыр, бір-бірімен жалғасып, жылмен бірге жаңғырады жас ұрпақ, көш керуен келе бермек алмасып, зират анау, үлкен ауыл шетінде, барар жер сол, бекінбейлі бекінбе, осы араға келген сайын өксеймін, құрай дайын, қалған желдің өтінде. Аршы топтың қыраны, асқар тауға шығады, қабырғалы қазақтың тұны баққан болағы. Өз келтірме елге мен, жалған жолға төзбедің, ақыл білім ұштаған, жолды жанған ер жері. Абишева Карина, студентка третьего курса специальности начальное образование Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты города Кукштау. Продолжаю рассказ о земляках. Кривошеев Валерий Павлович, кандидат педагогических наук, отличник просвещения КАЗ СССР, почетный академик МАИЕ, МАИ, вице-президент Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты. Где бы ни работал Валерий Павлович, учителем или директором сельской школы, преподавателем или ректором вуза, вице-президентом, профессором университета. Его отличает большое трудолюбие, оптимизм, принципиальность, тесное сотрудничество с коллегами и студентами. Миссией нашего колледжа является принятие решения служить педагоги, коллеги, педагогического оптимизма, студентам учебных достижений. Будьте здоровы, удачливы и счастливы. Тұрлықожа Биназарұлы Базаров, дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Кумысбекова, Акмолинской областной филармонии имени Үкілі Ыбырайы.
Румянцев Юрий Васильевич, руководитель специализированного учебного центра Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, полковник противопожарной службы, ветеран труда. Сегодня мы беседуем с преподавателем спецдисциплины Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты ветераном труда Румянцевым Юрием Васильевичем. Юрий Васильевич, спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Разрешите задать вам несколько вопросов. Итак, первый вопрос. Проводится много мероприятий по пожарной безопасности, но число пожаров не уменьшается. Как вы думаете, какова причина возникновения пожара? Знаете, ответ на этот вопрос достаточно простой. Если взять статистику пожаров, то где-то приблизительно около 40% пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Что понимать под неосторожным обращением с огнем? Это значит незнание элементарных правил пожарной безопасности населением, рабочими и простая вот человеческая так называемая безалаберность. Человек не воспитал в себе, как мы это называем, культуру безопасности. Вот нам Бог дал жизнь для чего? Для того, чтобы мы жили. Поэтому мы должны соблюдать определенные принципы для того, чтобы сохранить себя и окружающих в случае вот таких вот чрезвычайных ситуаций. Поэтому вот ответ очень простой. Это вот халатность, незнание правил пожарной безопасности. Основные причины. То есть вот вопрос, это как бы фактор социальный. Второй вопрос. Вы долгое время работали на производстве. Что послужило перейти на педагогическую деятельность? Да, я до перехода в учебное подразделение работал
в областном отделе пожарной охраны, занимался проверкой объектов. У меня были так называемые объекты особой важности, в частности, из социальной сферы это больницы, поликлиники. Вот. А что послужило переходу, это то, что у меня давно уже как бы вынашивалась идея заняться преподавательской деятельностью. Сколько я когда учился в Ташкентской высшей школе, занимался там наукой, и вообще мне было по окончанию предложено остаться на кафедре спецдисциплин с последующим поступлением в адъюнктуру в Московскую высшую инженерную школу. Но так случилось по жизни, что я думаю, что моя одна из главных ошибок в этой жизни, что я не занялся серьезно вот таким вот образом наукой, не посвятил себя науке, а ушел на другую стезю. И вот это вот желание все равно себя где-то в этой сфере реализовать, видимо, послужило толчком к тому, что я перешел в учебный центр, тогда еще был учебный центр, вот сейчас это КТИ, а тогда был учебный центр. Работая в этом учебном центре, потом была школа профподготовки, потом был филиал института, потом институт, теперь уже это академия. Так вот, на всех вот этих этапах этого образовательного учреждения я прошел все, абсолютно все педагогические должности, точнее преподавательские должности. У нас разница есть между педагогом и преподавателем. Так вот, преподавательские должности я все прошел. От простого преподавателя, старший преподаватель, начальник цикла, начальник кафедры, начальник факультета, зам по учебной работе. И на пенсию ушел начальником факультета руководящих кадров МЧС нашей республики. То есть я занимался подготовкой всего офицерского состава от младшего сержанта, простите, от младшего лейтенанта до полковника. Они все проходили через наш факультет. Вот это вот желание, я не знаю, с чем это связано, может, связано с тем, что у меня в династии очень много педагогов, может, какая-то генетика заложена. Вот, может быть, она сработала, поэтому я перешел. И вообще, на мой взгляд, работа педагога, она достаточно публичная и интересная. Поэтому требует определенных качеств, безусловно, но в любом случае она интересна. Вот там есть возможность для самовыражения и посмотреть, проанализировать свою деятельность на примере того, кем стали и куда пошли потом выпускники. Вот сейчас мы работаем вместе с Евгением Александровичем Тимеевым. Это мой ученик, он также пошел по моим следам, был начальником кафедры, начальником факультета, замом по учебной работе. Теперь мы все вместе сидим в кабинете, занимаемся методической работой вот для профильных этих колледжей. Вот именно поэтому. Юрий Васильевич, наряду с педагогической деятельностью вы занимаетесь методической работой. Это не случайно? Это не случайно. Вот я думаю, что вот это желание учить людей, она должна реализовываться через какой-то инструментарий. Вот в данном случае разработка методических пособий на сегодняшний день мной написано пока 3 методических пособия. Вот сейчас будем работать над четвертым, над учебником. Это уже учебник будет. Это уже будет солидный труд такой. Учебник по пожарной безопасности. И вот именно методическая работа, она чем интересна? Она позволяет продумывать определенный алгоритм подготовки студента и свое видение вот этой подготовки вот вкладывать как раз в эту методику. Вот это очень интересно. Меня, допустим, это захватывает. Нравится? Нет. Ваши пожелания студентам, которые только начинают осваивать профессию? Здесь главное понять то, что если ты пришел работать в эту сферу, в сферу гражданской защиты, здесь должно быть 2 главных фактора определяющих. Первое – это твой высокий уровень как специалиста, вот именно как профессионала. Но и особенностью этой профессии является то, что кроме хороших знаний, нужна еще хорошая физическая подготовка. Вот у нас в колледже вот физподготовке уделяется большое внимание, у нас есть специальное отделение для физической культуры, у нас есть комплексы спортивные, у нас есть стадионы, у нас закрытый стадион, это единственный стадион в Казахстане в образовательном учреждении, который функционирует зимой и летом.
Такого нет нигде. А у нас, кстати говоря, в Казахстане на сегодняшний день уже 27 колледжей, которые готовят по этой специальности. Поэтому вот главное стать хорошим специалистом – это раз, и подготовить себя физически к выполнению вот служебных задач – это два. Вот эти два основных качества, которые я выделил. Юрий Васильевич, мы желаем вам здоровья на долгие годы, успехов. Спасибо. И всех земных благ. Сагатаев Аскар Шугаевич, преподаватель спецдисциплин Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, ветеран афганской войны. Мы сейчас беседуем с преподавателем спецдисциплин Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, ветераном афганской войны Сагатаевым Аскаром Шугаевичем. Аскар Шугаевич, мы благодарим вас, что согласились на интервью. Вы по профессии инженер-строитель, занимались обслуживанием теплоснабжения и вентиляции. Расскажите, в чем особенность этой профессии? Во-первых, здравствуйте. А интересность этой профессии, вообще по квалификации инженер-строитель, по специальности теплогазоснабжения и вентиляции я работал в этой отрасли. Самое интересное в моей жизни, это я занимался вначале проектами, это разработка теплоснабжения, это подвод инженерных сетей к зданию, к жилым. Как вы знаете, гражданские, промышленные, административные здания, и разрабатывал проекты, и также разводку внутренней системы отопления, вентиляции. Чем эта профессия интересна? Тем, что на данное время очень мало выпускается студентов по данной специальности. Он интересен тем, что эта профессия дает, эта профессия существует для того, чтобы создать комфорт людям. То есть вы сами знаете, если дома холодно, значит вы себя некомфортно чувствуете. Поэтому, создавая комфортность, это системы отопления, системам отопления, ну, естественно, приточно-вытяжная вентиляция, мы тем самым создаем комфорт. И данная профессия инженера-строителя, и тем более работая теплоснабжением, я думаю, это очень такая специальность, которая нуждается нашей, как говорится, наша страна и за пределами этой страны. Вы сейчас преподаете спецдисциплины. После производственной сферы трудно заниматься педагогической деятельностью? Ну, во-первых, после производства, я сколько лет на производстве работал, до этого говорил, проектами сам, сколько домов построил, сколько проводил эти, ну, по специальности сколько работ. И в данное время я сейчас преподаю уже почти 13 лет, я занялся преподавательской деятельностью. И когда меня первый раз пригласили работать преподавателем, это для того, чтобы я полностью в высшем колледже открыл одну специальность. Это специальность именно по теплоснабжению, теплотехническому оборудованию и систем теплоснабжения. Я там проработал, открыв этот факультет, я в чем понял суть. Вот прошло сколько лет с таким большим опытом, тем более я заканчивал институт, и сейчас все твои знания я отдаю детям, чтобы они, во-первых, получили глубокие знания, которые я хочу им передать. Ну, глубокие знания. И чтобы они были в нашей жизни, даже в нашем Казахстане, конкурентоспособными специалистами. Не только по всему Казахстану, и за пределы нашего Казахстана. Аскар Шугаевич, ваши пожелания нынешней молодежи? Мои пожелания нынешнему поколению, это, во-первых, вы сейчас сами знаете, я родился в 20 веке, а сейчас 21 век. В первую очередь я хотел бы им пожелать мое, это самое главное, крепкое здоровье. Крепкое здоровье — это от чего производит? Это надо заниматься спортом, особенно ребятам, тем более на нашей профессии. Мы сейчас выпускаем пожарников по пожарной безопасности и по чрезвычайной ситуации. По двум специальностям выпускаем, здесь не нужна самая основная физическая подготовка. Неестественно, без образования никуда. Чтобы поэтому у них были глубокие знания в этой отрасли. Тем более мы сейчас
21 век – это очень современные, везде современные технологии используются, везде, чтобы они были сейчас подготовлены своими знаниями. А практику, да, действительно, у нас еще сопровождается такое – вначале теория, а потом мы ее закрепляем практика. Я думаю, конечно, их результат будет очень хорошим, когда они пойдут на производстве работать, чтобы они в первую очередь знали свою работу, а практика, естественно, они еще больше закрепят на своем личном, где устроиться на работе. Оскар Шугаевич, мы желаем вам здоровья на долгие годы, творческих успехов. Пусть всегда вас окружают умные, талантливые студенты. Всего доброго. Спасибо. Рахмеджанов Архат Айткалиевич, заведующий отделением анестезиологии и кардиореанимации многопрофильной областной больницы. Сегодня мы беседуем с заведующим отделением анестезиологии и кардиореанимации Рахмеджановым Архатом Айткалиевичем. Архат Айткалиевич, спасибо вам большое, что, несмотря на ваш плотный график, вы согласились дать нам интервью. Разрешите задать вам несколько вопросов. Что повлияло вам в выборе профессии врача? Ну, при выборе врача профессии, как бы сказать, что родители врачи или близкий родственник, такого как бы не было. Просто в 9 классе был сделан выбор стать медиком, поставлена цель. А ваша специализация как врача-анестезиолога не случайна? Именно в выборе в медицине такую профессию как анестезиолог-реаниматолог появилась на втором курсе, когда я устроился, будучи студентом в Казахской медицинской государственной академии в городе Астана. Я устроился в первую городскую больницу города Астаны в отделении реанимации центра. И с того момента, это был 2006 год, с того момента эта специальность была выбрана. Всем известен огромный труд анестезиологов в проведении операции. А с какими трудностями вам приходится ежедневно сталкиваться? Ну, как бы, когда проводится операция, именно на у нас такой объем операции, который проводится на сердце. То есть это аортокоронарное шунтирование, протезирование артального клапана, митрального клапана, то есть всех пороков. И здесь основное как бы анестезиологическое пособие дает врач-анестезиолог этим пациентам. То есть пациент должен быть полностью подготовлен, пройден все этапы обследования, и потом он идет, согласие анестезиолога, идет на операцию. Сложности, риски у каждого пациента есть. Это говорится с пациентом перед операцией, согласовывается и проводим операцию. А какими качествами должен обладать врач-анестезиолог? Ну, качество – это первое – дисциплина, аккуратность. Ну, такими вот основными качествами. А сколько примерно операций проводится с вашим участием? Сколько количества или времени одна операция? Ну, времени, наверное. Времени. Ну, такие операции, которые мы проводим, проводятся около 5-6 часов. Одна операция. То есть в 9:30 мы начинаем, заканчиваем около 3 часов. То есть само как бы подготовка пациента к операции на анестезиологическом пособии занимает только около 5-6 часов. Одна операция. То есть в 9:30 мы начинаем, заканчиваем около 3 часов. То есть само как бы подготовка пациента к операции на анестезиологическом пособии занимает около часа. И потом уже пациент начинает оперироваться. Архат Айткалиевич, вам вы ежедневно даете нашим пациентам вторую жизнь. Мы желаем вам крепкого здоровья и на долгие годы. Пусть вас окружают только здоровые люди. Спасибо большое.
Бекишева Жанбала Маратовна, директор ТОО «Инком Стройпласт КЗ». Здравствуйте, мы находимся в ТОО «Инком Стройпласт КЗ». Предприятие действует на рынке труда. Мы беседуем с директором строительной организации Бекишева Жанбалой Маратовной. Жанбала Маратовна, разрешите прежде всего поблагодарить вас за то, что вы согласились на интервью. Итак, первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Почему ваш выбор выпал на производстве пластиковых изделий? Добрый день. Нашей компании на сегодняшний момент более 10 лет. В 2011 году, когда началось масштабное бурное строительство нашего города, строек всех, наверное, мы все искали идеи какие-то. И этот бизнес вообще начинали мы с супругом вместе. Объезжая город, объезжая стройки, мы заметили, что ни одна стройка, ни одно строение не может быть без окон и дверей. Вот. Начали изучать масштабно этот бизнес, изучать производство, изучать оборудование. Но конкуренция, то есть и сам рынок в нашем городе, он был настолько мал, всего две компании работали. Вот. Поэтому мы посчитали, наверное, нас и заразило, что конкуренции минимум, а работы много. Вот тогда пришла такая идея. Купили станок и начали изучать программу, начали изучать процесс производства сам, что занял тоже у нас около, наверное, года. Компания начала работать всего с 5 сотрудниками. То есть у нас я была 4000 оконных блоков, то есть изделий, которых нужно было сделать всего лишь за 3 месяца, что мы успели реализовать, сделали в срок качественно, зарекомендовав себя. Данная компания «Базис А» предложила нам второй более крупный контракт, который вот мы начали реализовывать с января этого года, получается. Что послужило стартом для того, чтобы мы открыли там такой же цех масштабный, и сейчас мы сотрудничаем 25 человек. Жанбала Маратовна, еще раз спасибо вам большое, желаю вам крепкого здоровья и дальнейшего процветания вашему производству. Благодарю. Спасибо. Трофимов Александр Петрович, заслуженный художник Республики Казахстан, член Евразийского союза дизайнеров, участник международных симпозиумов. Сегодня мы находимся в персональной художественной галерее заслуженного члена Союза художников Республики Казахстан, Евразийского союза дизайнеров, участника международных симпозиумов Трофимова Александра Петровича. Александр Петрович, спасибо большое, что согласились дать нам это интервью. Итак, первый вопрос, который вы хотели задать. Какова тематика ваших картин? У меня самая разнообразная тематика. Я пишу как сакральные места Казахстана, так и исторические полотна, батальные, пейзажи, натюрморты, буквально все. Конкретно ни на чем. У меня нет такого, что я что-то конкретное одно писал, как некоторые художники, допустим. Он пишет только пейзажи, допустим. Я и портреты пишу, все буквально. Так что такой художник универсальный. Изучая ваши картины, нетрудно заметить, что он во многих ваших полотнах присутствует национальный колорит. Это не случайно? Во-первых, мы как живем в стране, художник живет в стране, о которой он пишет. Так все художники, кто жил в какой стране, он писал в основном ту страну, где проживал. Поэтому здесь ничего удивительного нет, что у меня очень много тем на тему Казахстана. Вот, допустим, вот эта вот картина. Это «Бухта счастливых надежд», это «Актау». Вот это вот «Поляна Абылайхана», «Дозор» называется.
Вот. Тут город Кыштау, вот озеро Каба. Вот этот натюрморт, это я написал для осеннего фестиваля в Боровом в 2019 году. Ну, тут Боровое, портреты, вот пейзажи Бике-Тата, где я был. Потом вот там Бике-Тата тоже. Вот тут Тиктурмас, это вторая зале писал. Ну, вот видите, весь Казахстан объездил. Вы, кроме профессии художника, освоили технические специальности. Это как повлияло на создание живописи? Нет, на живопись никак не повлияло. Просто я в свободное от живописи время я занимаюсь техническим творчеством. Я что-то изобретаю, что-то создаю, какие-то вещи необычные, которые, я думаю, что, мне кажется, что такие вещи, которые я создаю технически, их могли бы наши заводы выпускать как ширпотреб для населения, например. А какие из ваших картин самые любимые? Ну вот, я Джоконду написал уже несколько раз, это копия. Это у меня Джоконда существует для того, чтобы я выбрал просто эту тему. Портрет вообще самая сложная тема. Вот. Потому что надо сделать что-то похожее. Вот здесь если вот дозор, такая историческая картина Ренабая хана, там ставка хана. Здесь можно людей, просто людей, лошадей писать любых абсолютно. А там надо, чтобы все сказали, что это именно Джоконда, а никто другой. Поэтому я выбрал самый сложный вот этот портрет, который я пишу каждые 5 лет, чтобы проверить, с годами я хуже пишу или нет. И вот на сегодняшний день вот я написал эту Джоконду, и она лучше предыдущей. Поэтому следующую я напишу, когда мне будет 72 года, я ее напишу, и если она будет хуже, чем эта, я брошу заниматься живописью. Продам картину Галерею и за кисть больше не возьмусь. Я не хочу просто писать хуже. Если будет лучше, чем это, буду продолжать. Пока не будет хуже. А есть ли картины, изображающие наш живописный край? Ну да, в основном, вот, как вам сказать, вот последняя картина, вот эта, Боровое. Это вот, потом вот город Кыштау. Потом вот здесь вот, как кыштавские сопки, вот здесь на Букве. Это вот если на трамплин вот сюда подниматься, посмотрите влево в 10 утра, и увидите, что там солнце и вот эти 6 березок. Это я зиму писал. Вот. Поэтому в основном я пишу как раз вот именно местную, как вам сказать, местную флору такую. Потому что люди приходят и конкретно спрашивают, мне нужен Кыштау или нужно Боровое. И никто не спрашивает, у меня Париж или Лондон. Хотя я жил в Париже, в Лондоне жил, я, можно сказать, Лондон у меня как второй родной город, потому что я туда уже ездил 5 раз. Вот. Если я в Париж только 1 раз ездил, в Лондон я 5 раз ездил. И жил там подолгу, иногда в год по 2 раза ездил. И со мной люди уже там здороваются, когда я на улицах пишу. И как вам сказать? Очень много написал картин о Лондоне. Очень много. Просто у меня 60 картин там осталось, и все, что я сюда привозил, ну вот эта вот картина Глазго, вот это вот. Это вход, это в дом, в котором я жил, Глазго, в Шотландии. А так у меня Лондон сколько было, все раскупили. Вот маленький еще остался, вот там бродячий музыкант, он сидит возле, там юноша и девушка из нержавеющего металла, они сделаны, приварены к этому камню, и он поет о любви. И вот я его написал, это «Бродящий музыкант» английского. У них тоже есть бродяги всякие творческие люди, ну вот. Ему понравилось, что я стою с Мольбертом, пишу его. Как вы думаете, современный художник какой он? Современный художник? Ну, я думаю, что современный художник, он идет на шаг впереди всех. Кто идет куда-то, он уже на шаг впереди. Потом только люди приходят туда, где художник уже пережил эти времена, куда люди потом придут. Поэтому мне кажется, что я вот
таким образом я всю жизнь вот так вот жил и детей воспитывал, именно давая им те специальности, которые понадобятся через 20 лет, когда им будет уже по 20, а не которые нужны сейчас. Которые нужны сейчас, надо мной даже смеялись, что вот ты им голову морочишь, ты их учишь тем специальностям, которые никому не нужны. Всем нужны продавцы, менеджеры, рынок шайбов, все рынок торговать, даже врачи там бросили лечить больных, все там торгуют, все зарабатывают деньги, все. А я вот, я знал, что будет через 20 лет, что будет через 30 лет, и учил их этому. И все мои прогнозы, они все сбылись. Они действительно оказались нужны обществу именно со своими специальностями, а не с теми, на которые все тогда учились. Все тогда старались в кооперативный техникум пойти учиться, на товароведа, на продавца там, и так далее. Ну, в общем, меня считали немножко человеком романтиком, который придумал себе, фантазер, то, что никому не нужно, и учит этому своих детей. А сейчас меня начали ненавидеть за то, что я со своими прогнозами, они оправдались, и у них зарплата в 34 раза больше, чем я зарабатываю. Вот. А они своих детей выучили, которые стали бухгалтерами, продавцами, они, как все, живут как вот я зарабатываю столько же. Вот. А мои дети в 34 раза больше зарабатывают, чем я. Вот, пожалуйста. Это как раз говорит о том, что художник, он пишет не только исторические полотна, что когда-то было, но он мыслит другими категориями, он живет будущим, что будет. Мне даже вот недавно совсем один мой покупатель сказал, кому нужна твоя Джоконда, люди скоро будут ботинки варить, есть будет нечего, а ты пишешь Джоконду. Я ему говорю, давай пройдет буквально год-два, и ты увидишь, что я был прав, что я продолжу. Он говорит, никому не нужна живопись, вообще никому не нужна. Вообще зачем ты этим занимаешься? А я пишу, я знаю, что пройдут лихие времена, тяжелые, и настанет время, настанет новая эра, когда это будет востребованы. Александр Петрович, разрешите пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения. Мы надеемся, что вы дальше будете радовать нас художественными полотнами. Курманов Кенжебек Калиевич, тренер по боксу, рукопашному бою, заслуженный тренер Республики Казахстан, преподаватель физической культуры Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты города Кокшетау. Ближний бой.
Держи дистанцию, ближе, ближе, дай мне, ближе. Лес я включил, да? Да, да. Все. Сегодня что за число? Девятое, да? Да, да. Девятая среда. База восьмая школа. 11-й раунд. Отработка 13-го. Турнир. Отбор на Казахстан. 5-4-5-6-7. Ага. Надика, молодец. Молодцы. Хорошо. Вот Илья 48 на кубке. Как называется, Илья? Кубок Севера? Бронзовый призер. 48. Так. Вот мы с Витей готовимся на чемпионат Казахстана по взрослому уже, 13-го выезд в Астану. Он призер области Никита, по малышам стал, он маленький. А, хорошо, Никита, Даука, призер турнира. Молодцы, в Петропавловск ездили ребята. Хорошо. Единственная медаль в Акмолинской области – это Илья. Вот он, в красной майке. Илья, как наша фамилия? Тюлеген. А? Тюлеген. Тюлеген? Да, да. Ага, все, работаем. Тюлеген, Илья. Михо. Да. На связи. Мы беседуем с преподавателем физической культуры Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, заслуженным тренером Республики Казахстан Курмановым Кенжибеком Калиевичем. Кенжибек Калиевич, спасибо большое, что вы согласились дать нам интервью. Кенжибек Калиевич, был вы по специальности учитель математики. Что послужило вам перейти на предмет физическая культура? Ну, во-первых, я с 6 класса занимаюсь боксом. Затем
уже в 16 лет я по молодежи Казахстана выиграл. По взрослым 3 года в сборной, призер Союза. Всесоюз турниры выиграл. А когда я закончил физмат, мама меня отправила в Саркалака в деревню. Говорит, у нас там корней своих нет. Езжай в деревню. Я приехал, уже устроился в школу преподавателем физики. Проработал в Викторовской школе 5 лет физиком. И параллельно деревенских ребят тренировал. У меня результаты пошли. И, знаете, я подумал, что совмещать спорт с такими точными науками очень сложно. Физика – это не, допустим, не будем сравнивать, никого обижать. В общем, я выбрал дорогу физической культуры, тренером работать. Затем я переехал в город. Меня пригласили работать замом в национальной школе в Красноярске. Но опять же, привычка осталась, я набрал красноярских ребят. И мне больше всего мне понравилась работа тренерская. Я решил просто элементарно уйти на тренерскую работу. Но здесь время свое диктует. Вышел приказ, что если в советское время с педообразованием можно было работать тренером, то вышел приказ, что нужно специальное образование. И я поступил сюда, к нам, в академию, тогда, по-моему, академия была. Академия физической культуры, здесь я его экстерном закончил, на отлично. И меня пригласили параллельно преподавать здесь. Ну, время хватало, потому что тренировочный процесс в основном с 4 до 8. Днем я свободный был. Вот таким образом у меня получилось, что с 2004 года я преподаю здесь. И параллельно работаю тренером. Кенжибек Калиевич, вы уже много лет совмещаете преподавательскую и тренерскую работу. Трудно быть тренером? Вообще, это творческая работа. То, что мне понравилось совмещать, здесь студенты, есть подготовленные ребята, более сознательные ребята. Ребята уже имеют какую-то определенную цель уже в жизни. С ними более-менее легче работать, чем готовить ребят именно с маленького возраста. Вот меня постоянно приглашают, частенько приглашают перевести в детскую спортивную школу, но там в основном требуют набирать групп, называется начальная подготовка, 8-9 лет. Их вы должны довести до определенного уровня, то есть тренер. Но я решил, меня устраивает вот преподавать и работать тренером. Среди ваших воспитанников есть чемпионы республики мира. Можно озвучить их фамилии? Да, конечно. Давайте так. Первым чемпионом мира у меня, первый мой сильный соперник, это Юсупов Темиртас. Он до пандемии, значит, выиграл всемирно-армейские игры в Пекине. Это мир. Затем 3 года подряд в составе Астана Арлан становился чемпионом мира. Затем вот прошлый год очень урожайный. Он выиграл в Москве чемпионат мира среди вооруженных сил. И в составе сборной его пригласили на сборы. И он выиграл сборы и поехал в Бельгию. В любительский бокс, в чемпионат мира он стал первым номером. Ну, между... Хотел бы... Сейчас я его вспомнил. Наш студент Сахов Айдос. Он учился у нас в колледже по пожарной безопасности. Казахское отделение с Чимкента. Он у меня выиграл Казахстан. Затем выиграл Азию и мир. Есть сейчас много направлений. Данный вид это ММА, номад. Тут сочетание бокса и работы рук. Ну и более ближе, если возьмем, тоже наш студент, фамилия его забыл, немножко память подводит, тоже наш ученик, он физкультурно закончился, стал чемпионом РК. И вот недавно Айбат, наш тоже студент ФК учится, тоже стал чемпионом РК. Более ближе
Вот наших студенток я возил на чемпионат Казахстана. Значит, первое место, второе место. Второе место. Каткова Алина, Ая Канафия, они отобрались на мир. Теперь между делом хотел бы озвучить тоже вот буквально этот год. Прошлый год он летом, Витя Престель, ЧС-32Е, нынешний студент, он стал финалистом Казахстана среди молодежи, это 16-17 лет, по кикбоксу. И ему исполнилось 18 лет, и мы недавно ездили в Астану на чемпионат Казахстана. Он стал там бронзовым призером. Вот последние результаты. Сейчас готовимся, турниры будут. 4 мая турнир. Уже боксеров тоже, боксером мы с боксерами рядом. Затем по кикбоксу будет турнир хороший. Вот приблизительно такие планы. Вы недавно приехали с соревнований. Расскажите, где проходили соревнования? Как выступили наши спортсмены, студенты колледжа? Ну, вот был чемпионат Казахстана семьи среди молодежи. Ныне я озвучилась данные фамилии. Бои были очень сильные, соперники очень сильные. У нас соревнования проходили в городе Семей, в спорткомплексе. Ой, дата. Вот недавно только было, дата не помню сейчас. Угу. Ну, результат хороший, очень хороший. Двое девчат отобрались у нас на чемпионат мира. Состав очень сильный, если так разобраться, весь Казахстан выступал. Уровень в основном именно в кикбоксе, если разобраться. Кустанай, Петропавловск, Караганда, Астана, Чимкент, Тараз, Атырау. Вообще уровень очень высокий. Но я считаю, что мы хорошо выступили. А ваши пожелания на нынешней молодежи? Ну, я как преподаватель именно с молодыми ребятами работаю. Акцент всегда ставлю. Надо работать над собой. Красивое тело, сочетание с красивым духом. Это, по-моему, веяние времени. Кенжибек Калиевич, спасибо большое вам за интервью. Мы пожелаем вам здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии. Мы надеемся, что вы и ваши воспитанники, и наши студенты порадуют нас новыми спортивными достижениями. Удачи всем! Рахмет. Мы желаем нашим землякам-кукшетауцам здоровья на долгие годы, творческого вдохновения, и чтобы они радовали нас новыми достижениями. Спасибо за внимание!